Сегодня берем интервью у мам. Прошло занятие, которое проводил Дмитрий Юрьевич с нашими туристятами. И, пожалуйста, в двух словах ваши впечатления о занятии. Очень профессионально, нам очень понравилось, как он преподавал, рассказывал детям. Большое спасибо. Деткам было очень интересно, умение держать аудиторию. Очень многие занимаются в художественной школе, и это колоссальный опыт для наших детей. Ребятам очень понравилось. Во-первых, само ощущение, что профессиональный художник объясняет им, как и что нужно делать. Это такое впечатление, которое останется где-то надолго. Спасибо вам большое за то, что вы помогаете, Светлана Анатольевна, да, за то, что понимаете важность этой работы. И мы приглашаем ваших детей к себе на занятия в акварельке, в нашей студии. Приходите, будем вместе рисовать.